Всем привет! Прощание с легендарной представительницей династии Виндзоров омрачилось трагедией. Все случилось в Эдинбурге, где подданные сегодня в последний раз могли увидеть королеву. Многолюдная процессия с катафалком, на который был установлен гроб с телом почившей Елизаветы II, собрала огромную толпу. В числе сопровождающих траурный кортеж был принц Эндрю. Несколько лет назад один из сыновей Ее Величества запятнал честь семьи историей с домогательствами. Понятное дело, англичане так и не простили любвеобильного герцога за аморальную связь с несовершеннолетней девушкой. В итоге именно лишенный воинского звания Эндрю и угодил в скандал. В какой-то момент на сына Елизаветы II набросились с оскорблениями и упреками прямо возле гроба матери. «Ты больной старик!» – закричал молодой человек, который наблюдал за процессией из-за ограждения. Понятное дело, что парень намекнул родному брату Карла III на грехи, у которых просто не может истечь срок давности. В итоге, почти в конце процессии, сын почившей королевы почувствовал себя плохо. Журналисты пишут, что он потерял сознание. А свидетели утверждают, что перед этим знаменитость схватился за сердце. В данный момент о его состоянии нет официальной информации. Прощание и похороны с Елизаветой II намечены на понедельник, 19 сентября. Напомним, уход из жизни королевы Великобритании привел к долгожданной встрече принцев Гарри и Уильяма, но герцог и герцогиня получили жесткие предупреждения.